Масло черного тмина. Из семян черного тмина отжимают масло. Три вида экстракции есть. Первый вид экстракции – это шнековая выжималка, как я называю обычную мясорубку. 0,1% тимохинона. Тимохинон – это действующее вещество основное. И от 8 до 12% усваиваемости. Самым лучшим считается масло холодного отжима или прямого отжима. Создается давление в 50 тонн, домкратом накачивают, и вытекает масло, которое 0,5% тимохиона и усваивается на 40%. Остается масло и мука. Как говорится, из муки больше масла не выжмешь. Да, обычным способом не выжмешь. Мы создаем 80 атмосфер давления. Она сжимает саму клетку. А так природой замыслено, что только атмосферное давление может сжать клетку. И сводим его в ноль. То есть клетка как бы подпрыгивает и разрывается. И так несколько раз. И остается взвесь. Смесью инертных газов мы осаждаем те вещества, которые нам нужны. В данном случае это тот самый тимохинон. И в нашем масле 5%. То есть от холодного отжима отличается 0,5 и 5, то есть в 10 раз больше. Внутри клетки полезных веществ в 10 раз больше, чем в околоклеточной жидкости. Вот. И усваиваемость, так как это внутриклеточная жидкость, она полностью растворяется в воде, соответственно, усваивается в организме на 100%. Пьется не так противно, как масло прямого отжима. Вот. Растворив в воде, даже дети могут его пить. От всех болезней, кроме смерти, как сказал пророк Мухаммед, позволяет оправиться от подавленности и усталости, а как сказал Авиценна. Пожалуйста.